Друзья мои, родные мои, а перед просмотром этого видеоролика хочу вам всем рассказать, что завтра у меня утром будет стрим. Ссылочка на мой стрим будет в описании под видеороликом. Пожалуйста, если вам не сложно, зайдите сейчас на стрим мой, поставьте лайк, пожалуйста. Ну и, конечно же, возвращайтесь, потому что видеоролик будет бомба. Давайте там на завтрашнем нашем утреннем стриме наберем хотя бы 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Так что завтра ждите стрим. Завтра я вам расскажу все, просто очень топовую новость. Всем расскажу, как получить штаны ангела, все расскажу, покажу. Так что всем-всем-всем завтра советую зайти на мой стримчанский. А мы приступаем к видеоролику, погнали. Привет, друзья, Дистрим у микрофона. И что я сейчас вижу? Что я сейчас вижу? Сейчас будет просто легендарный видеоролик, друзья. У меня к вам большая просьба, прямо сейчас, пожалуйста, ставьте лайк, подписывайтесь, пожалуйста, поделитесь моим видеороликом в ТикТоке. Если у вас есть ТикТок, пожалуйста, поделитесь видеороликом в ТикТоке, запишите фрагменты, поделитесь с друзьями. В общем, постараюсь сегодня выбить этот просто легендарный винчестер. Я сейчас один из первых ютуберов, который постараюсь для вас, скажем так, показать, насколько и сколько можем потратить, чтобы выбить вот этот топовый винчестер. Друзья мои, пожалуйста, ну, поддержите, поставьте лайк, я постараюсь максимально его быстро выбить. Тут всего лишь нужно, друзья, 5 камней, и он нам выпадает. Конечно же, я рассчитываю хотя бы потратить на 1000-2, хотя бы, но не больше, пожалуйста, мне надо больше тратить. В общем, друзья, с вас лайк обязательно, подпишитесь и поделитесь видеороликом, где возможно. Если вам не жалко, и если вы меня смотрите, пожалуйста, буду вам очень благодарен, и отмечайте меня. Че, поехали? Поехали. Что будем делать? Конечно же, я уверен, что первые 3 камня мне выпадет очень быстро. Прям очень быстро. Так, свет. Свет, друзья мои, свет. Уверен, что прям очень быстро выпадут первые 3 камня. Прям очень быстро. Я пришел на спортзала, волосы еще мокрые. Готовы, друзья? Готовы. Поехали. Первый прокрут, 79 алмазов. Пожалуйста. Что мы видим? О, у меня этого нету. Скин питомца, электрический дрейк. Нормально, нормально. Сейчас будут падать камни. Смотрите, сейчас будут падать камни. Перка, пока камень... Нет, не падает камень. Не падает, почему? О, дробашек тоже падет. Чтобы понимали, дробашки будем забирать, друзья мои. Одна попытка бесплатная. 2 камень. Есть камень, есть. Камень пойдет. Один камень есть. Так, дробашки, куплен. А, это у меня есть. Так, что будем забирать? Вот это будем забирать на склад. Будем забирать на склад. Так, и это тоже забираем на склад. Забрать на склад. Окей, хорошо. В общем, друзья мои, постараемся выбить. Так, выбираем и сразу это тратим. Да? Да, тратим сразу же. Камень, пожалуйста. Так, это у меня есть. Понимаю. Ладно, давайте пока это тратить не будем. Пока это тратить не будем. Чисто пробуем крутить благодаря алмазам. Пожалуйста, 2 камень. Есть камень. Да ну что ты будешь делать? Есть камень, друзья, пожалуйста, подпишитесь, поставьте лайк. Обязательно, мне от вас максимально уже поддержки. Но очень много людей смотрят без ваших лайков. Почему вам жалко поставить этот гребаный лайк? Пожалуйста, ну, поставьте в лайк. Так, спасибо большое вам за маску и за верх. Так, давай, еще камень. Еще камень. Ай, блин, не получается камень. Ладно, пойдет, хорошо. Винчестер, ну выпади, ну пожалуйста, давай, 2 камня. Я! Нет. Ну почему камень не падает, ё-моё? Так, хорошо, забираем. Друзья, вам тоже желаю удачи выбить эти топовые, просто, это топовый скинчик. Фу, пожалуйста, уже потратили 500 алмазов, да ё-моё, что ты будешь делать, ну почему падает? У меня уже есть, он есть, братишка, есть, уже есть. Лутбоксики, давай вот это мы заберем, забрать, давайте два возьмем, забираем на склад. Так, это просто крутим, друзья мои, крутим, все попыток, есть, камень есть, третий камень, друзья мои, и то, что у меня уже есть, да, третий камень забрали, 3 дня, о, забрать на склад, нормально, это пойдет, забрали на склад, друзья мои, 3 камня есть. Сейчас самое сложное, это сейчас еще оставшиеся 2 камня. Пожалуйста, за меня болейте. Ауры. Чуть микрофон не сломал. Ауры в чат, друзья. Пожалуйста. И камень! Ботинки. Ну, ё-моё, зачем мне ботинки? Так, кстати, они у меня есть? Ботинок. О, вот это заберем. Забрать на склад. Забираем.
Фу, пожалуйста, выпади. Ну давай, ну я не хочу много тратить алмазов, ну честно. Ай, камень! Понимаю. Все, пошла жара. Пошла жара. Сейчас будет мне выпадать очень мало, да? Камень. Ай-яй-яй-яй-яй, что ты будешь делать? Ну выбираем, что? Выбираем и крутим. Давай камень. Блин, вверх, понимаю, понимаю. Ну что, еще есть попыточки? Ну камень, давай, да что ты будешь делать? Я же говорил, друзья, самое сложное это выбить оставшиеся два камня. Самое сложное, потому что я уверен, что мне сейчас выпадет максимально мало. Много попыток я потрачу выбить. Так, нет, вот забираем на склад. Салам алейкум, выбираем и крутим. Где пути камень, пожалуйста, ну все, это Габелла, друзья мои. Давай, ну, да что ты будешь делать, парашют, да зачем мне парашют, дай мне камень, да еще я тебе отстану, пожалуйста, дай мне камень, камень. О, доска, забрать на склад. Забрать на склад, ну нифига себе, нифига себе. Призы, а что тут есть? Да, из призов-то ничего нет, о, вверх. Вверх, ну пойдет. Камень, смотри, изи. Шапка, самосранка. Забрать на склад. О, куй забрать, попыточки, давай, ну. Да все, блин. Ту-ру-ту-ту. Уже потратили 8000, ой, потратили уже почти 1000 алмазов. Я понимаю. Что делать? Что говорит, друзья мои? Что говорит, что выпадет? Пожалуйста. Есть. Забрать на склад. О, забираем на склад. Кто забираем? Забрать на склад. Ну, пожалуйста. Ну, будь ты человеком. Ну, выпади. Пожалуйста, камень, чуди камень. Камень, выпади, собака. Пожалуйста, давай, пыточка. Ну, бесплатно. Давай. Блин, она пытка. О, еще есть попыточка. Давай. Блин, да что ты будешь делать? Ну что, друзья мои, хотите просто лайфхак? Сейчас мне выпадет, наверное. Когда я потрачу 1000 алмазов. Раз, попытка. Смотрите. Два алмаза. Два. Понимаю. Три. Не падает. Не... Да не, друзья, даже вот не думайте. Смотрите. Камень, я думал камень. Пожалуйста, ну выпади камень, ну будь ты человеком, ты мудак. Мудак, ты не человек, дай мне, пожалуйста. Забрать на склад, забираем. Так, сколько пыток? 6, пойдет. И... Вай. Да... Да куда забрать, блин, зачем мне на склад забирать? Да выпади, ну что ты будешь делать, ну какой ты... Уже потратили 1000 чем... Да у меня уже он есть, питомец-то. Друзья, ну подтвердите, у меня же он есть, питомец. Ну вы сами же видели, что я его выбил. Да, бля, ну это пипец, короче. Это будет жесть сейчас, короче. Это будет сейчас жестко, друзья мои. Забрать на склад. Это будет сейчас жестко. Отвечаю. Сейчас будет жестко. Этот камень сейчас мне дастся очень трудно. Прям очень трудно. Я уверен, что я еще потрачу 1000 алмаза, потом его выбью. Да. Ну пожалуйста, ну сколько можно? О, штаны. Ладно. А, у меня они есть. Понимаю. Понимаю, что там есть камень. Да, блин. А, выпади, пожалуйста. Ну, Винчестер, дай ты мне. Что делать? Я даже не знаю, что делать. Да, он просто мне дает не штаны, конченый. Ты зачем мне штаны-то даешь? Зачем ты мне штаны одни даешь, ты? Дай мне этот Винчестер. Ема, красавчик, как он выглядит, как он топово выглядит, пожалуйста. Я уже 1000 потратил, ну ты серьезно, ну я уже 1000 потратил, куда? Ну это, короче, да, говорил, что я и говорил. Потрачу очень много, забрать на склад. Потрачу очень много, и по-любому 7 пыток. Бля, пролетает, ну мудак, просто пролетает. Да у меня этих питомцев уже миллион раз. Ну зачем ты? Ты будешь мне падать? Алло, блин. Ну выпади. Да японский городовой, а. Да что ты будешь делать? Да какой нафиг маски, блин. Ну хорош меня уж драконить. Выпади, пожалуйста. Я тебя очень прошу по-хорошему. Еба.
Епа. Ну что делать? Просто что делать? Ну вообще, он даже не успокаивается. Он просто не успокаивается. Он дает мне эти конченые. Что, 10 тысяч потратить надо нужно? Сколько на него нужно потратить? Как мне интересно, сколько нужно? 20 тысяч потратить на него, сколько? 40? Вот, друзья, ну вы понимаете, да? Видите, да, что творится? Забрать на склад. Я уже потратил на него 2000. Офигеть. Есть. Офигеть. 800, ой, 200 я на нее потратил. 200. Ну, я не знаю, друзья мои. Я не знаю. Сколько потратите вы? Сколько потратите вы? Ну, как видите, мне он достался очень трудно. Очень трудно. Это жестко. Это жестко. Экипировать. Ну, это жестко. На самом деле, это очень жестко. 200 на него потратить оружие. На винчестер, блин. Скорострельность, перезарядка. Скорострельность, дальность. Надеть. Показать в лобби. Блин, ну я не знаю, я не знаю, друзья мои. Стань легендой. Как думаете? Нормально, нет? В общем, пожалуйста, если вы смотрите, ну пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь, будет я вас сильно всех люблю. Стань всех легендой. Обнял. Скоро к вам приду с новым видеороликом. Пока, друзья мои. Спасибо всем за просмотр. Пока.